Это я в бит, если что, вхожу, если кто не понял, понимаете? Да, это, блядь, музыка в хоррор-игре, понимаете, чуваки? Вот. Окей, все, начнем, я не хочу это слушать даже. А, типа, бум, такой, знаете. You are a pig-hidis... А, окей, я студент, все, понял. Чё? Чё это было? А... Ну-ка, я не понял. Ну-ка, давайте заново. Я хотел послушать просто заново звук этот. Бум. А, вы обычный студент. А, чего на самолете что-то летим? А, просто учимся. Что? Ну, да, мы обычный... Что? Блять, что это? Ладно, окей. Я не понял, честно, что это было, но... Мне как-то не очень хочется смотреть. И тут нам доблестно так специально на низкополигональной бочке оставили фонарик. Спасибо вам огромное. Господи, что это за звуки? Кто сочинял звуки к этой игре? Твою мать. Чё это? Я взял какой-то GPS... Orb 1 Location. Какой-то орб, не знаю, чё. Окей, значит, мы появились в каком-то лесу. В лесу. И, значит, мы идем и чопаем своими ножками своими. Окей, и что нам тут делать? Смотреть на низкополигональные деревья или на низкополигональные... Ой, блядь, тут еще текстуры мыльные. Графончик-то говно, а модельки-то вон низкополигональные, текстурки-то мыльные. Знаете, кто там на ютубе смотрит на текстурки? Ваномас, да? Вот скиньте ему эту игру, он обосрется просто. Когда увидит ее творение. Бля, это что там за херня такая? Что это? Череп какой-то выглядывает на меня, привет. Ааа! Ебануться! Чё за херня? Вы совсем, что ли? Я, конечно, ведусь... Ой, что-то у меня сердце кольнуло. Я просто недавно играл в этот... В один хоррор. Что-то, не знаю, кольнуло сердце у меня. Походу я... не знаю, что со мной случилось. Вообще, это сраный, говняный хоррор на Unity с монстром. Короче, я не буду смотреть... На черепы эти ебучие. А, вот, и наслаждайтесь 60 FPS, смотрите, как плавно все. Не то, что в вашем быдлофилде, который лагает. Вот, и наслаждайтесь, вот так. 60 FPS. И да, это единственная игра, которая меня потянула на минималках в 60 FPS. Ровно в 60 FPS, как будто лог стоит, понимаете? Отъебись! Вы чё, ебанулись? Отъебись от меня, просто, бля. Ёбаный насос китайский за 200 гривен. Хотя не дорого. 20, во. Бля. Вы чё, совсем, что ли? Короче, суть. Мы обычный студент, который пошел, разбился специально в лесу. Специально разбился. Чё, музыка? Мне... Чё за дым? Не знаю. Ну вот, мы обычный студент, который пошли в лес, чтобы добыть себе пищу, потому что в общежитии ни хера не кормят. Вот. Этот шлепающий звук. Такое ощущение, что его из порнухи записывали. Ну, послушайте его. Блять. Нахуй иди. Не знаю, ну в натуре, бля. Я не понимаю, где делали... О, тут бегать можно, найс. Наш студент еще умеет бегать, и наш студент, видимо, какой-то левитирующий инвалид, и... Ой. И у него нету ног, и он тупо летает, он полтергейст. Полтергей. Это я сделал звук или нет? Или это тут был такой... Я понятия не имею...
Стоп. CFO Notes. Что тут нужно? 240 на 284. 240. Не, не так. Ебать, что за му... Что это? Бля, Боб Марли на своей тачке, иди нахер! Бля! Пиздец, меня убил Боб Марли на своей дымящейся тачке. Косяк какой-то, блять, не знаю, что это. Реально, Боб Марли же дымил до хера. Не понимаю. Огонь, я не могу сгореть. Жал. Так. 289 на 273. Так. 289 на... На сколько? Блять, я тупой, запомнить не могу. 273, окей. Так. Блять, нет. Вот не угодишь, так иду. Не так. Так иду, не так. Так, 289. Угу. 200, значит, сейчас будет 89. И тут какие-то дымящиеся, блять, тачки Боба Марли. 89. На, 273, окей. 283. Сейчас и будет. Ой, ебать, это чё? Чё это за яйцо? Что это реально? И мое сердечко закололось. Орп, я подобрал и записку еще. Бля! Боб Марли, иди нахер! Блять, ну реально, это тачка Боба Марли. Блять, он едет и дымит. Отъебись от студента бедного. Я ни в чем не виноват. Так, орп трилок. 500, 500, блять. 500! Все, не надо, ну не стукай. Ну будьте же вы людьми, ну. Ну все же мы люди, ну. Да чё стучи? А, бля, вот ты иди нахер. Да-да, иди убейся, блядь, головой там об стену. Да-да-да. Блин, в натуре, где тут звуки брали эти? Твою мать, что это за звуки? Я, блядь, понятия не имею даже. Ни малейшего, ну. Что это такое, ну? Какие-то тачки Боба Марли ездят, черепа, которые, да, типа, они показывают, не знаю, аж сессию. Так. 502, 546. А, вот. Значит, вот еще одна. И куда мне дальше? И чё? I'm dead? Am I to be continued? И все? И что это? Битбокс, сейчас я вам задам тут трип, блять, все, мне стыдно. Окей. Боже, я не могу, этот бит, он мне все время, я хочу просто бит этот. Я не знаю, чем мы насобирали каких-то, блять, яиц. Наверное, главный герой засунул их себе в очко. Или, например, съел он же студент, и ему негде найти деньги на еду. Вот он пожарил эти яйца, съел их, и тачку Боба Марли тоже съел. И череп, ну, понятно. А, череп — это его студент, короче, ну, друг-студент, который, короче, изголодал и, походу, отощал там, и теперь он за компанию хочет отодрать кого-нибудь, не знаю. Ну ладно, вот такая вот херня, не знаю, что это, с битбоксом. Вот, я поставлю этой игре два битбоксера из 10, потому что мне понравился битбокс. Это единственное, что мне понравилось в этой игре, а больше ничего!